Так, всем привет! Начал я сезон в этом году косить на Троицу, на праздник. Травы ни хрена нету, ждать, когда вырастет, мы не будем, она не вырастет. Начали косить. В общем, травы вообще ни хрена нету, вообще. Лысая поляна, ёханый бабай. С той стороны от леса вообще ничего нет. Вот. Будем потихоньку косить, а там видно будет. Начал косить на Троицу, как и в прошлом году, и, как говорят, на праздник нехрен ехать что-то делать. Опять потерял одну тарелку. В общем, кошу четырьмя. Было пять, сейчас четыре. Вот, остаются немного орехи, потому что не привык косить четырьма. Косил пятью. Так, коса КРС-2. Ну, про косу попозже. Делал киевский завод. В общем, такие вот дела. Ну, потихоньку будем ехать косить. Косили поле, а травы не видать. Даже скошенных. Вообще транди. Так, поле где-то гектара 3 примерно. Вот, скосили. Такой вот косой. Коса называется КРС. Видно, наверное, вот КРС-2. Так, делал их Киев. Сейчас уже не выпускают такие косы. В общем, тут 5 тарелок должно быть. Захват 2 метра. Вот. Ну,
есть тут у нее одна проблема. Косит, в принципе, ничего так. Но есть одна проблема. Все тарелки крутятся друг на друга. Все. А вот это первое и вот это крутятся в одну сторону. Если эти вот поставил так, и они не цепляют ножи, они друг на друга и нормально все крутится. Здесь как не выставляй, что не делай, один хрен бьются ножи. Сначала, пока она еще была более-менее, как-то умудрялись выставлять, на маленьких оборотах ножи бились, на больших, когда разгонял, нормально, не дотрагивались. Вот. Но сейчас уже разболталось все, и может на подшипниках, там и шестеренки. Ничего невозможно сделать с ней. Как не выставляй, как не это, они все равно бьются. Вот. Тут шаг большой и чуть раз провернул, уже эти бьются ножи. Чуть еще провернул, опять уже другие бьются. Вот. Ой, надо будет, наверное, вот тут отрезать, тут выставлять. Вот, потому что шаг большой и не получается выставить. И надо будет, наверное, выставлять уже саму тарелку без шлицевой. И тогда обваривать. Может, тогда как-то мы сможем это замутить. Ну, в общем, ясный пень, что у нас это все делалось. И ни хрена тот, кто делал, не мог додуматься. Ну, сделай 6 тарелок. Пусть будет захват 2.40. Вот. Ну, пусть они все крутятся как нормальные друг на друга, и не было бы проблем. Нет, надо втулить 5. Сделать зад 2 метра и не туды, и не сюды. И такая вот проблема. Так, коса досталась мне с колхоза. Отдали 2. Ну вот, 2, почти 2, 1.5. Вот процепное устройство одно было. А вот эти 2 плиты. В общем, там пару тарелок. Вот 2 вот этих плиты были разобраны, с 2 слепили 1, естественно, не грол течет, хотя и покупали все резинки сюда новые, все, но оно там надо точить, новые пальцы, новые втулочки, и тогда может не будет течь. Ну, косит вроде более-менее нормально. Вот, отдавали за нее, по-моему, то ли 2700, то ли 3700 гривен в колхозе. Хотел взять польку польскую, стоило 7000 гривен. Пока насобирал, пока поехал, приехал с деньгами, она уже 14. Ну, позвонил отец знакомым, сказали, есть в колхозе, валяется, не нужна, если хотите, возьмите, вот, сделайте, будете пользоваться. Ну вот, взял, стоил уже 4-й год. Косим 4-й год уже. В принципе, больших проблем не было. Долевая не грол. Долевая не грол. Но вот эта вот проблема у меня уже второй раз отбивает ножи на тарелке. Ну, надо будет переделывать. Переделывать полностью. Вот, так что такие вот дела. Так, ну первое поле мы завалили. Травы тут практически вообще нету, блин. Даже что сгребать, хрен его знает. Так, ладно, всем пока.